ждет конкурс. А, потом Хемингуэй почитал. Ну так, то есть, я не фанат его. То есть, раньше я только «Старик и море» читал, а я думал, что, может быть, есть что-то лучше. «Прощай, оружие» и еще чего-то там из известного. Ну, так. Потом Довлатова мне принесли. Это супер. Это прям фантастически. Про судебную систему, Франц Кафка, «Процесс». Вот Довлатов, конечно, гениально. И «Зона» — это гениально. «Финансист» — не, не читал. Я уверен, что банальная, поэтому я не читал. Только поэтому. А, потом читал какого-то тоже типа А.В. Чаянов, «Избранные повести», который думал, что она очень умный и талантливый, и писал, и считал, что пишет талантливо, как соотечественники, но в итоге говно, конечно. А, потом были философские рассказы Вольтера. Это очень хорошо. Прям всем рекомендую. Дальше я попросил маму передать мне что-нибудь избранное и интересное Артура Шопенгауэра. Но мама восприняла неправильно и передала мне полное собрание сочинений. В таких толстых томах, вот такие прям толстенные. А вот. Пришлось читать Шопенгауэра. Потом как раз Селлинджера «Над пропастью во ржи» прочитал. Ну, ни о чем. То есть детям, естественно, понравится, но не более того. Потом читал разных философов древних, типа Боэция и так далее, ну просто для саморазвития. Кайфа не получал. Улисс, конечно, прочитал. Это Гёса тоже, да. Сейчас скажу. А, когда это потом вышел «Под дом арест», потом уже, когда закрыли на Пресненский централ по приговору суда, там, пока мне книги не принесли, пока жена не заказала посылок, прям коробками книги мне заказывала, читал то, что было в камере и в библиотеке. Тургенева «Записки охотника», это я ржал после школы. Лескова «Леди Макбет», «Очарованный странник», «Тупейный художник». С удовольствием. Вот даже, причем чего-то я даже не читал в школе. То есть там «Леди Макбет» читал, а вот «Тупейный художник» нет. И «Очарованный странник» тоже читал. Ну, все равно все прочитал. Даже делать нечего в тюрьме. Хочется читать. У меня не подсказка. Это мои тетрадки, я в тюрьме как бы записывал. Потом как раз был Франц Кафка «Процесс». Это фантастически, фантастически. И очень... А тут не сфоткаешь, тут очень много мыслей. Потом как раз был Габриэль Гарсия Маркес «Сто лет одиночества». Всем рекомендую, обязательно. А потом мне мама какую-то книжку придала, «Режим гения». Но она оказалась говном, книжка. Но это
современные авторы, которые вот как заработать миллион, как это, а здесь режим гения — это просто были вырезки, как жили типа разные известные гениальные люди. Ну так, я полистал полчаса и плюнул. Но переплет был очень удобный, туда идеально пряталась сим-карта, влезала, и ее было удобно доставать. Это важно в тюрьме, чтобы в книге был удобный переплет для курков. А, и, кстати, потом мы ее сдали в библиотеку вместе с нашей книжкой. Без симки остались. Потом был Курт Вонегут. Несколько произведений, но основное — «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». Ну так, то есть, можно почитать в тюрьме, но не гениально. Потом «Ремарка. Жизнь взаймы» прочитал, кстати. Ну, как бы банально, я понимаю, почему девочкам нравится данная книжка, но... Из ремарковских произведений одно из самых слабых. Не, Акунина я не могу читать. Свою книжку пишу. Ну, надеюсь, до конца года издам. Привет. А потом мне захотелось перечитать «Войну и мир» Толстого, «Анну Каренину», «Пастернака. Доктор Живаго». Что еще-то из школьной программы? Короче говоря, вот я знал, что «Война и мир», я весь сюжет знаю и ничего нового не узнаю, но такого мне... Вот я читал целыми днями ее с утра, то есть позавтракал, лежишь на шконке, читаешь. Пообедал, читаешь. Вышел на час погулять в прогулочный дворик, вернулся, опять читаешь, пока не стемнеет. Мне было прям грустно, когда закончилось произведение. Я был удивлен, что я его читал. Вроде бы, я эту книгу читал. Я понимаю, что в школе, наверное, надо преподавать. Произведение гениальное. Но то, что я в школе не понимал ничего из того, что там написано, это факт. То есть я ее прочитал заново. С потрясающим удовольствием. Захлеб. И «Анна Каренина» — это тоже блестящее произведение. И как бы понимаешь, естественно, что в нашей стране ничего не меняется. И неважно, Путин там или кто-то, все всегда одинаково. Народ работать не любит, все мужики-козлы — похотливые уроды. А мужчинами становятся спустя какие-то свои... пробы, ошибки, набитые шишки, даже те, кто в молодости был раздолбаемыми. Ну, то есть, все в жизни все понятно давно. Вот. А, потом был «Вильям Голдинг. Повелитель мух». Ну, для хорошая детская книжка, так, конечно. Потом Герман Гёссе. Ну, «Игра в бисер» его, это там одно из основных произведений. Надо прочитать, но я читал тяжело, реально тяжело. А, потом был Жан-Поль Сартр. Самое крутое, чего есть у него, это «Тошнота». Это я рекомендую всем. Тома, да, любит читать. И «Тошнота» Сартра – это, конечно, реально очень хорошее произведение. Очень интересное по стилю, по всему. Oh,
Минаева не читал, не знаю. Потом был Сомерсет Моэм театр. Очень, всем рекомендую, очень хорошее произведение. За день спокойно прочитывается. Очень, очень здорово. Потом Альберт Камю, мне не понравилось. Вот «Чума», в общем, ну, как бы высосано все из пальца. Потом Гумилева почитал, просто чтобы, ну, так вот, я не фанат Гумилева и вся его история это с пассионарностью. Я, знаете, я, что в школе учился, когда там модно, там, пассионарий, это, почитал, чтобы, ну, для себя понять, что такое пассионарность. Потом прошло сколько-то лет, и я понимаю, что что-то я вот вроде понимаю, что это такое, но надо определение выписать и запомнить. В итоге, вот прошло опять сколько-то много лет, и я Гумилёва попросил мне в тюрьму передать, чтобы опять же себе напомнить основные его тезисы, потому что как историк он, конечно, никакой, и все вот это перевирание фактов исторических мне не интересно, но почитал. В тюрьме хоть 1000 страниц, чем больше книга в тюрьме, тем лучше, и она очень быстро заканчивается. Состав освежителя воздуха. Я читал, знаете, не состав освежителя воздуха, а на гигантской упаковке кофе, которую принесли, такую прям самую большую, не с кафе, были памятки на разных языках. Казахский, узбекский, таджикский, белорусский, украинский. Короче, я читал и пришел к выводу, что это пишут для содержащихся в тюрьмах специально, потому что все эти национальности сидели в тюрьме как раз. Ну да, потом Пастернака. Гумилев. Но из него историк, как из меня балерина. Потом был Энтони Бёрджерс «Заводной апельсин». Это вот случай, когда кино, в принципе, бывает лучше книги. Ну, нормально, но... А, потом Булгакова мне очень много жена передала. Потому что понятно, что все читают его стандартные произведения, известные. Она передала именно такие, которые и не особо известные. Мне очень понравились там какие-то... А, во-первых, потрясающее произведение Булгакова «Жизнь господина де Мольера». Это очень крутой труд, учитывая, что Булгаков не был никогда во Франции. И он просил там родственников присылать памятник, описание памятника Мольеру. И, ну, книга получилась фантастически крутой. То есть это почему-то неизвестное произведение Булгакова. Я всем рекомендую «Жизнь господина де Мольера». То есть ты реально понимаешь, что эта книга очень достойная. «Москва, Краснокаменная» Булгакова тоже рекомендую.